Здравствуйте! В эфире телеканала «Итон ТВ» программа «Тайны библейских сказаний». А в студии я ее ведущий Александр Гурарье. И со мной писатель, журналист Петр Люкимсон. Добрый день! Добрый день! Петр, в предыдущей программе речь шла у нас о Моисее. Мы остановились на том, как Моисей возвращается в Египет. Давайте поделимся сначала, когда это происходит вообще. Согласно расчетам, значит, на основе Торы у нас как бы все ходы записаны, мы даже знаем, какие месяцы были все эти египетские казни, когда это было. Согласно еврейской версии, 1412 год до нашей эры, то есть 2448 год по еврейскому летоисчислению, 2448 со дня сотворения человека, и, значит, 1312 год до нашей эры. И, в принципе, ту же датировку плюс-минус там несколько десятков лет дают и христианские теологи. Они приходят к той же цифре. Тут уже очень точно навести вот эту историческую рамочку, точно определить, в каком году это было. Евреи уверены, что они знают все точно, скажем, и это самое. Потому что у них, как я уже сказал, у нас все ходы записаны. Вот. Но на самом деле даже историки, понятно, что есть некий исторический лёд, потому что скачут даты. Мы имеем дело с разными календарями, прежде всего, надо совмещать эти календари и так далее. Что говорит еврейская традиция о том, что происходит, когда Моисей приходит в Египет? Ну, после того, как его признали, мы сказали, что старуха Серах опознала в его словах те слова, которые должен сказать спаситель евреев. Все, вроде бы все хорошо, лидер, собираются старейшины. И он говорит, надо идти к фараону и сказать ему, что вот мы, евреи, хотим, ну, естественно, нельзя сказать, что мы хотим уйти из Египта, потому что если миллион рабов, скажем, ну, там был не миллион, их меньше, но неважно, сотни тысяч рабов, вдруг хотят покинуть Египет, такая рабочая сила дармовая уйдет, то понятно, что фараон не согласится. Поэтому Моисей считает, что он имеет право обмануть фараона, так же, как фараон в свое время обманул евреев. Он обманом их вел в рабство, значит, с помощью обмана их можно попытаться и вывести, и сказать, что мы хотим уйти из Египта, но не на совсем, а на три дня, чтобы служить своему Богу, чтобы сам отправиться сам. Вот выскажем такую версию, пойдем скажем. Вы понимаете, что даже три дня, так сказать, не работает, дать три дня отдыха рабам, это фараону явно не понравится. Короче говоря, ну, все старейшины спокойно идут за Моше ко дворцу фараона, двинулась эта процессия, достаточно длинная. Ну, по пути каждый думал, ну, вот я иду с ними, а что будет? А как фараон среагирует? А если он разозлится? А если он начнет головы рубить? Людей много, обойдутся без меня. И, значит, каждый из старейшин тихо-тихо начал сматываться. Моисей и Аарон идут впереди, ничего не видят. Когда они подходят ко дворцу, поворачиваются и смотрят, никого, значит, сама. То есть народ разбежался. И народ разбежался, значит, они вдвоем. Дальше идет легенда, красивая легенда о том, как они проходят во дворец. Есть несколько версий. По первой версии они приходят во дворец, значит, дворец фараона охраняет львы, значит, стража, которая держит на цепях львов, чтобы выпустить их на неугодных и так далее. И вот по одной из версий, значит, эти львы, увидев фараона, увидев Моше, Моисея, сразу присмирели, значит, и спокойно они прошли это самое. По другой версии, они прошли так, что ни львы, ни стражи их не увидели. То есть они были для них невидимы. Что-то вроде такого, значит, вариант Вольфа Мессинга в чистом виде, как Вольф Мессинг в свое время прошел невидимым мимо охраны стражи. Вот так же, говорит Мидраш, они пришли, но Мидраш про Вольфа Мессинга не упоминает. Вот так же Моше и Аарон прошли мимо стражи. То есть, стражи. Вот они пришли, и он им сказал знаменитое «Let's my people go». Нет, отпусти мой народ. Погодите, как они. Значит, они пришли, и, значит, это самое. Прошли как Вольф Мессинг, незамеченно. Есть третья версия. На самом деле, что все было проще гораздо. Раз в три года фараон праздновал свое день рождения. И в этот день рождения у него было хорошее настроение. Раз в три года, не каждый год? Нет, не каждый год, он праздновал раз в три года, как бы. Был такой египетский обычай, почему мы не знаем. Вот, и, соответственно, в это время был большой прием, почти каждый мог войти к фараону, там, поклониться, броситься в ноги, изложить свою просьбу, подать какую-то жалобу и так далее. И, может, Моисей и Аарон этим воспользовались. Они пришли в такой приемный день. Вот, и тогда все нормально, тогда понятно, что им не надо было прибегать ни к каким уловкам совершенно. Все гораздо проще. Да. Вот хорошо. Они приходят и вот говорят это самое «Отпусти мой народ», «Let's my people go», это знаменитый как бы на английский перевод этого выражения. Но говорили не по-английски. Говорили не по-английски, говорили на египетском.
Вот. Причем на египетском, который ничего общего не имеет с нынешним арабским. Не-не-не, на древнеегипетском, естественно, они говорили, да. Я хочу еще, вот, ну, это давайте чуть позже, про Египет и про Россию. Вот. И тут фараон, значит, говорит, в чем дело? Они говорят, вот отпусти мой народ на 3 дня в пустыню, чтобы мы могли служить своему Богу. То есть не так пафосно, Богу. Как... Не, не, совершенно не пафосно. С нижайшей просьбой просим это самое. И он, чтобы служить, он говорит, во-первых, я не знаю вашего Бога. Так с какой стати я буду вас отпускать? Чего вы хотите делать? Да еще на 3 дня. Вот. И тут фараон проявляет себя, на мой взгляд, как мудрейший политик. Если бы он приказал спросить Моше и Аарона, сказать, что они бунтовщики там, это самое, то все, над ними орел святости, а евреи поднимают, возможно, восстание там. Понятно, что восстание было бы потоплено в крови, египетская армия была. Ну, кровь, кому нужна эта кровь? Кому нужны эти святые мученики? И он просто говорит, что я все понял. То есть он придушил протестное движение на корню? Он попытался. Так. Попытался и сказал, я все понял. Все дело в том, что вы ленивы. Вот вы, евреи, ленивы, а вы, леви, я говорил, мы как-то говорили вначале, что колено леви, так оно не вышло на работу, оно было фактически не в рабстве, оно было достаточно свободно. И колено Ефраима, так когда было колено воинов, оно служило в армии. Вот, он говорит, я все понял, говорит, вы ленивы, говорит, вы, леви, вообще не работаете, вам делать нечего, левиты. Значит, отныне делаем так, вы выходите завтра на работу. Вот, значит, кирпичи, говорит, а кирпичи как делалось? Кирпичи делалось глиной и соломой вместе, значит. То самое формировались, эти были кирпичи, значит. Теперь соломы, вам солому поставили, солому вам поставлять не буду, солому ищите сами. Вот. И когда вы будете работать, у вас все эти глупости, значит, из головы вылетят сами собой. То есть трудотерапия. Трудотерапии получается, что Моше и Аарон, Моисей, который пришел как освободитель, на самом деле он еще больше закабалил народ. Рабство стало совершенно невыносимым. Так работали, ну, тяжко, было тяжело, но оказывается, можно работать гораздо тяжелее. И вот тут мы, значит, и, естественно, начинается волнение в народе. Народ на Моисея озлоблен. Вот. Он сам обращается к Богу и жалуется, что же ты сделал, как бы, вот, ты послал меня. И положение народа ухудшилось, и на какое-то время он уходит из Египта. Он уходит из Египта месяца на три, и потом, чтобы обдумать, что же ему делать. Но и, видимо, Бог его возвращает назад, и он снова появляется у фараона. И вот тут начинается вся эта история с 10 заповедями. Когда он выходит, он снова говорит, что так сказал Бог, что ты должен отпустить народ, значит, для того, чтобы он служил ему. А фараон говорит, какой Бог? Да, я вообще не знаю вашего Бога. Да. Потому что согласно Торе, значит, Бог специально ожесточает сердце фараона, то есть фараон начинает, вопреки даже всем доводам разума уже, действовать, он говорит, какой Бог, и, значит, докажи, что тебя послал Бог. Моше бросает посох превращается то ли в змея, то ли крокодил, на самом деле танин – это крокодил на иврите, но почему-то все переводят змей. Значит, Библия, классический перевод Библии – это змей. Вот. Но жрецы делают то же самое. И Рамбам... То есть мои придворные фокусники могут, да? Да, и Рамбам говорит, что на самом деле, конечно, если чудо Моше было настоящим, то жрецов это был обычный массовый гипноз, они им прекрасно владели, значит, то создать ощущение у зрителей, что посох превращается в крокодила или в змею, для них было небольшим фокусом. Как, кстати, и многие другие фокусы, мы, так сказать, все остальные чудеса, они их повторяли. Кстати, извини, я перебиваю, а ведь были разговоры о том, что Моше вообще многому научился у жрецов. То есть он был у них в обучении, то есть в нашем рассказе это почему-то не прозвучало. Да, было, мы говорили об этом, но в данном случае, как говорится, посохом он выполняет приказания Бога, и согласно еврейской традиции, чудо было истинным. Вот, ну, но египетские жрецы, мы дойдем до места, когда они не смогли повторить чудо, почему, и когда их магия перестала работать. Но в данном случае их магия работала. Такое они могли сделать. И тогда Моше предупреждает, что грянет на Египет, грядет первая казнь, вода превращается в кровь, и он приходит утром к фараону, фараон выходит к Нилу, и там его уже ждет Моше, который знает, куда фараон приходит к Нилу. Почему он приходит к Нилу утром? Это интересный вопрос. Значит, еврейская традиция говорит так. Фараон считался в Египте богом. В всяком случае, существом, так сказать, божественного порядка или полубожественного. Ну, по крайней мере, он себя так считал. Нет, египтяне тоже так считали. Поэтому, ну, а вы понимаете, а божество отправлять, естественно, надобности как-то не пристало.
Поэтому он рано утром, чтобы никто не видел, выходил к Нилу и там все это отправлял и возвращался во дворец, и никто не знал, когда он это делает или как он это делает. Но Моше, видимо, каким-то образом знал, то ли в детстве еще узнал об этом, то ли позже он знал, куда придет фараон отправлять эти свои надобности. Естественную нужду. Да, да. Естественную нужду, и он его там ждал и сказал, что вот сейчас идет первая казнь, вода превращается в кровь, вода превратилась в кровь. Фараон сказал, я не отпущу, потому что египетские жрецы сказали, что мы тоже это можем. И они превратили воду в кровь. Вот поэтому сказал очередной фокус, что ты меня фокусами пугаешь. Хотя фокус был в том, что вся вода в Ниле превратилась в кровь, и в колодцах египетских превратилась в кровь, говорит Мидраш, за исключением воды в тех местах, где жили евреи. У них вода была нормальная, обычная. Египтяне, если хотели пить, им приходилось идти к евреям просить у них воду. Потом был фокус, мы знаем, жабами, когда вышла огромная жаба, согласно Мидрашу, на берег, и из нее вдруг поперли мириады жаб, которые оказались всюду, и египетские жрецы тоже повторили этот фокус. Вот, и это была следующая казнь, дальше была казнь в Шаме. Вот этот фокус они повторить не смогли, когда, значит, вши покрыли все самое... все тела людей, и сейчас непонятно, откуда они взялись в таком количестве. Вот этот фокус они повторить не смогли, потому что, говорит Мидраш, магия не властна нас, не может воспроизвести существа, которые меньше там, определенной величины. Вот, меньше. Вши, они такие маленькие, что вот маги не могут их воспроизвести. Это было уже истинное чудо. Но дальше мы знаем все эти казни, я не буду их сейчас перечислять. Были дикие звери, которые ворвались в города. Был падеж скота домашний. И был град, который выпал. Была саранча, которая пожрала урожай. То есть, смотрите, сельское хозяйство разрушается. Воды нет, которая питалась сама. Сельское хозяйство разрушается. Скот вымер. Дикие звери рыскают по городам. Это фактически крушение государства, государство в хаосе. И вот даже после этого фараон не желает отпускать евреев. Видите, как он соглашается идти на какие-то уступки, но говорит, хорошо, вы пойдете, но только мужчины. Женщины и дети останутся здесь, как заложники. Моисей говорит, нет, мы пойдем все, и женщины, и дети, потому что у нас все служат Богу. Он говорит, хорошо, пойдете, но без скота. Он говорит, нет. Без скота мы Богу служить не можем. Правильно, нам же нужно его привести в жертвы. Как это мы пойдем без скота? Без скота мы не пойдем. Значит, когда начинается торг, Египет уже действительно разрушен. И что самое интересное, есть египетские источники, прежде всего, знаменитый папирус и Пувера, который описывает эти же казни глазами египтян. И это достаточно тяжелая картина, страна в хаосе. Есть Великовский. То есть вы хотите сказать, что эти события имеют подтверждение в других источниках, абсолютно, не еврейских? Нет, они есть в египетских источниках. И Великовский находит, Великовский, который сравнивал источники разных народов, считает, что в это время вообще происходили странные, достаточно тяжелые вещи и на всей планете. И он связывает это, что была некая глобальная катастрофа. То есть у него есть как бы объяснение этим 10 казням, он дает свое. Что... Вот. Но в любом случае они проходили очень вовремя. У него очень интересно, например, ну, когда сближается метеорит с землей, возникает железистый дождь, он падает в реку, вот вам железистые соединения, железо с водой, ферм 2, вот 3, окись железа, вода превращается, становится ржавой, ну, похоже на кровь. Вот, ну понятно, что когда возникает кровь, когда окись железа покрывает пленкой эту воду, то там начинают вымирать рыбы, и она, вода смердит, как и описано в Торе. Вот, и дальше там начинается создаются прекрасные условия для размножения тех же головастиков, которые превращаются в жаб и вылезают. Это прекрасное размножение для всяких вредителей, отсюда вши, отсюда все. С другой стороны, так сказать, такая вода. Следующая казнь, это, естественно, сближение и, видимо, огненный град, метеоритный дождь, сильный метеоритный дождь, причем такого масштаба, что он уничтожает урожай, вот, побивает, и звери гибнут, если нет травы на полях, то понятно, что начинается падеж скота, понятно, что если эти явления затронули дикие леса, то
дикие звери тоже начинают вести себя неадекватно, они ищут убежище, приходят города. То есть Великовский это все очень логично объясняет. То есть научное космическое обоснование есть? Есть. Ну, естественно, еврейская теология это отрицает однозначно, она говорит, что это все было от Бога. Вот, ну, как не, бы... Не, ну, потому что с космоса эти метеориты, это же тоже может быть от Бога, поэтому с другой стороны, как бы, те, кто говорит, что, ну, хорошо, уж больно много, если даже это было, естественно, много были некие естественные явления, то уж очень вовремя они, как бы, произошли. Да, их-то кто-то как направил, да. Уже тоже. Да. И Египет, и последняя самая страшная казнь, это казнь первенцев, когда Моисей приходит к фараону и говорит, что если ты... Значит, если ты не отпустишь евреев, то все первенцы Египта умрут в эту ночь. И фараон в ярости говорит, что я не отпущу, и больше того, я больше не хочу тебя видеть. Я, значит, если ты еще раз поверишься, я тебя просто казню во дворце. На что Моисей ему отвечает, да, ты больше не увидишь моего лица. И уходит. И уходит, и ночью начинается казнь первенцев. Умирают первые сыновья у отцов, в том числе умирает сын фараона. Умирает сын фараона, во многих семьях умирает несколько детей, несколько сыновей, потому что кто-то первенец от одного отца, кто-то первенец от другого отца, чего... Тут-то да, все всплыло, да? Да, хозяин отца не знал. Умирают первенцы и скота тоже, быков, коровы и так далее, а евреи уже готовятся к выходу, потому что Бог сказал, что после этого фараон вас отпустит, и вы уйдете. Они уже едят пасхальную жертву, они закололи ягненка, который считался, в общем-то, священным животным у египтян. Это была демонстрация, безусловно, что мы, так сказать, не признаем ваших богов и тех животных, которых вы обожествляете, мы их просто едим в виде шашлыка. Вот. И фараон приходит к Моисею, хочет с ним говорить, и говорит ему, что я отпускаю народ, идите куда хотите, идите, только свалите уже отсюда, освободите, как он мне надоел. Освободите от нас, от себя Египет. И Моисей, так как он ему сказал, что больше ты не увидишь моего лица, Моисей говорит с ним, значит, кушая вот этот самый шашлык из ягненка, не поворачивайся. Значит, он не проявляя никаких признаков почтения, хотя это фараон, он, значит, к нему не оборачивается, он сидит к нему спиной. Вот. И в ту же ночь евреи выходят из Египта, начинается вот тот самый исход. Недавно я слышал очень... Секундочку, а когда они успели золотые украшения-то там? А, до этого, да. Вот до этого это интересный был... момент. Да, да. Да, да, да. Давайте его вспомним. До этого Бог вдруг обращается к Моше и говорит, я тебя прошу. Чего же идти налегке-то? Вы там прихватите? Я тебя прошу. Значит, вам за рабство полагается определенная... За компенсация. 240 лет рабства полагается определенная плата. Пойдите, попросите... Пусть каждый еврей попросит, значит, у египтян, чтобы те ему дали, значит, дорогу, какие-то ценные вещи, которые у них есть. И это будет платой за рабство. Египтяне... С какой стати египтяне должны были дать им это? Ну, нет. Евреи были в рабстве. Вот хороший вопрос, кстати. И Моисей его задает Богу. Он говорит ему, да как-то неудобно. Как-то неудобно, может, не надо. И Бог говорит, нет, я настаиваю, чтобы вы взяли, что вы должны выйти из Египта с богатством. Я слышал, что они их как бы в долг попросили. Они считались рабами фараона. Нет, они попросили в долг, потому что они сказали, что мы же уходим на 3 дня. Угу. Вот. Но Моисей, который понимает прекрасно, что уходят они не на 3 дня, а не навсегда, он действительно говорит Богу, как-то неудобно. Как-то бы это самое... Как бы решить вопрос. Некрасиво получается. На что Бог ему говорит, что нет. Это все правильно, что вы должны взять. Кстати, египтяне недавно обратились с иском. Израиль требует вернуть, потому что тогда унесли. Это возможно, только на Ближнем Востоке возможно такое. С процентами, такое. Да? Да, говорит, мы помним, вы вынесли. Недавно, и это была не шутка, это была угроза подать международный суд, значит, требование вернуть. Что все, что вы внесли, 3500 лет. В качестве доказательств представляется, с одной стороны, папирус, да, да, с другой стороны, Тора, да? Да, да. Так, ясно. Вот, и это самое, и Бог говорит, что нет, это морально, и Моисей, значит, передает его приказ, евреи берут, он не берет себе ничего. Он говорит, ну я-то не был в рабстве, я-то никак не страдал, я, в принципе, рос во дворце фараона, с какой стати я буду что-то просить, что-то брать. Mm-hmm. Он с собой не берет ничего, евреи выходят с богатством. Евреи выходят из Египта с богатством, возникает вот этот самый облачный столб,
огненный, днем он облачный, вечером он огненный, и они идут. Естественно, кстати, с ними выходит множество египтян, множество рабов египетских разных национальностей. И множество египтян. Да, это эреврав, так называемый, Тора называет их эреврав. Вот, они выходят за компанию, во-первых, потому что есть возможность освободиться от рабства, во-вторых, многие поверили в еврейского бога, который совершает такие чудеса. И вот этот эреврав, то есть вот все народцы, которые вышли вместе... А сколько их примерно было всего? Сейчас, вместе с египтянами. Они вливаются в еврейский народ и становятся его частью. И как бы среди нас, у нас есть гены не только евреев, так сказать, которые вошли в Египет с Яковом, у нас, безусловно, есть и какой-то процент генов вот, тех самых народов, которые были порабощены Египтом, и египтян древних. И согласно, значит, Тора говорит о том, что потом был пересчет, это было уже в пустыне, Моисей всех пересчитал, тоже по повелению Бога, и Тора говорит, чтобы это было 600 тысяч мужчин. То есть, если взять женщин и детей, то получается цифра примерно 2 миллиона человек. В Египте тогда это была существенная часть населения Египта. Вот, евреи выходят, и вместе с ними выходят соглядатаи фараона. То есть фараон, конечно, отпустил, сказал, уйдите. Но послал людей посмотреть, что там с ними будет, и чтобы они проследили, захотят, действительно ли они выполнят свои обещания и будут возвращаться. Вот, евреи, естественно, возвращаться не думают, они идут день, они идут два, они идут три. На третий день соглядатай фараона, значит, возвращается, у них уходит еще пару дней на дорогу и говорят, что возвращаться не собираются, идут, выходят из Египта. И вот тогда фараон, который должен был, казалось, радоваться тому, что евреи, наконец, значит, покинули страну, все бедствия остаются позади, вся неприятность, вся головная боль, он, значит, в ярости дает армии команду собираться и начать преследование. Причем самая отборная армия, колесница. И он находится в такой ярости, что не слуги запрягают ему колесницу, он лично запрягает свою колесницу. И бросается в погоню и настигает их. Вот где он их настигает, это большой вопрос. По этому поводу спор, но понятно, что это либо действительно в нынешней территории Красного моря, либо на другом участке границы между Египтом и Синайским полуостровом, где есть болото. То есть это не море, а болото на самом деле. Вот, но я недавно слушал версию одной уважаемой российской историкини, которая говорит, что на самом деле евреи выходили не из Египта, нынешнего Египта. А с Чукотки, да? Да, правильно, а из Кемской области. Понятно. Вот, так, и шли они не в Египет, а в Крым. Через Чудское озеро, и лед под ними подломился. И шли они не в Египет, а Крым. Крым – это земля обетованная. Ясно. Вот, доктор наук, между прочим, исторически. Вот, и все это на полном серьезе, это было, конечно, очень забавно слушать, но выходили они из того самого Египта, фараон за ними гонится и настигает их. И вот тут среди евреев начинается паника. Хотя они, в общем-то, еще не вооруженные, хотя написано, что они вышли вооруженные, скорее всего, это они вышли с посохами, с палками, серьезного оружия у них не было. Приближается египетская армия. Возникает вопрос, зачем ты вывел нас из Египта? Чтобы мы все здесь погибли, значит... Возникает несколько идей. Первая идея, значит, это просто встать на колени перед армией фараона и сказать, мы возвращаемся, все хорошо. Простите нас великодушно. Вот. Есть идея, значит, некоторые говорят, некоторые просто в панике не знают, что делать, говорят, что остается только молиться. И очень небольшая группа говорит, что да, и тут Бог говорит Моше, и Моше молится. Бог говорит, Моше, что ты ко мне кричишь, что ты молишься? Я же тебе сказал, идите прямо в море, ничего не бойтесь. Вот. И только небольшая группа евреев решила, значит, последовать этому приказу и пройти в море, потому что все остальные стоят, все остальные скованы страхом, все остальные плачут и проклинают Моисея за то, что он их вывел из Египта. И, естественно, ну, кто пошел? Молодые пошли. Нахшон Аминадав. История сохранила имя этого еврея, который пошел в Первом море. Значит, ему было 17 лет тогда. И вот он входит в море, вошел по щиколотку, ничего не происходит. По пояс ничего не происходит. Уже вошел по грудь, ничего не происходит. По горло. И вот тот момент, когда он стал захлебываться,
Говорит Мидраш, и начинается чудо рассечения Черного моря, то, что называется в Библии. Только в тот момент, когда казалось, что вот он вот-вот погибнет. Евреи начинают идти по морю, как по суше, и тут происходит следующее. Значит, египтяне приближаются. Мидраш рисует замечательную картину, я не знаю, почему ее никто, до сих пор ни один из художников ее не нарисовал, хотя картина библейские темы не счесть. Значит, облачный столб, который шел перед ними, перемещается назад, а это уже наступает вечер, перемещается назад и закрывает египтянам видимость. В то же время впереди евреев возникает огненный столб, то есть они все видят, как бы в этом, перед ними так все светло и все хорошо, они видят, прекрасно видят, куда они идут. То есть они видят свет в конце туннеля? Да, да, они видят свет в конце туннеля, и египтяне начинают бросать дротики, но дротики как бы летят вот в этот облачный столб, но натыкаются как будто на какой-то энергетический барьер. То есть возвращаются назад, колесни, лошади отказывают, не повинуются, колеса колесниц прокручиваются, никуда идти, но вдруг в какой-то момент все начинает двигаться. Все, они двинулись. Они двинулись, евреи начали проходить. Почему они проходили Черное море, на самом деле, почему все думают, что... Почему черное? Черное. Красное море, что море разверзлось. На самом деле, и это говорится и в Торе, и в Мидрашах, образовалась такая, внутри моря образовалась такая дуга, по которой... То есть они вошли с одного места на берегу, а вышли просто с другого места, через пару километров. Вот и все. На этом же берегу? На этом же берегу, да. На этом же берегу. Вот и все чудо, как бы, но... И поэтому отсюда эти истории, да, подул сильный ветер, там говорится, ветер разогнал воды. Отсюда, значит, есть версия о том, что действительно в районе Красного моря и в районе Камышовых болот в Египте время от времени дует такой сильный ветер, что он разгоняет воду и образуется проход по суху. И, соответственно, те, кто придерживается этой версии, говорят, ну, Моше же бродил по пустыне не один год. Он был, в принципе, прекрасный учитель по выживанию в этих местах. Он знал там каждый камень. И он знал, он привел евреев специально в это место, рассчитывая на то, что это самое, что вот ветер разгонит воду, и они пройдут. Тогда он... Но чудо-то произошло, опять-таки, в определенный момент, когда оно было нужно. И это, как бы, основной аргумент тех, кто говорит о том, что все это было, во всем этом чувствуется десница Бога. И вот фараон бросается в погоню, все вроде бы это самое, вроде бы колеса задвигались, лошади пошли, и в этот момент на египтян обрушиваются эти воды. Вот они все тонут, кстати, все за исключением фараона. Фараон, кстати, был первенцем, но он не погиб от казни первенцев. И он не погиб, значит, он не погиб во время этого потопа, то есть во время... чудо рассечения, когда все египтяне, вся его армия практически погибла, вот, их выбросило потом на берег, евреи собрали их оружие, собрали опять-таки все ценности, которые были, еще раз, значит, это самое, теперь у них было оружие, теперь они были армией, вот, а вот фараон не погиб, его выбросило в другом месте, потому что были у него, видимо, какие-то определенные заслуги, и Бог ему хотел показать, он хотел, чтобы тот увидел, к чему привела его тупая политика, так сказать, сопротивление Богу, нежеланием прислушаться к голосу разума и увидеть, что если Моисей говорит, это сбывается, то, может быть, стоит отпустить. Вот. Ну, а дальше начинается уже чудо, дальше начинается дарование Торы у горы Синай, дальше начинается... Но об этом мы поговорим в следующей передаче, то есть впереди 40 лет блуждания по пустыне, но мы их, наверное, пройдем гораздо быстрее. Я думаю, что мы за одну передачу попробуем управиться. Спасибо. Спасибо, Петр Лекимсон, историк, писатель, журналист. Дорогие друзья, программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания.